всем нужны носки, и я очень люблю их вязать. Каких только уже не навязала. И есть у них одна проблема. Носочки быстро рвутся. А вот использовать специальную носочную шерсть, которая не рвется годами, я не люблю. По-моему, она недостаточно теплая. Вот и приходится использовать всякие хитрости. Разрабатывала разные способы вязания носков. Вот, например, такой. Здесь нижняя часть носка вывязывается отдельно. Если она порвется, ее можно распустить и связать заново. В этой части я использовала дополнительную капроновую нитку, чтобы уж точно не износились носки раньше времени. И все-таки мне эта модель не понравилась. Знаете почему? Потому что снашивается, как правило, вот эта часть носочка. А здесь у меня нет капроновой нитки. Да и распускать вот эту часть я не буду. Я попробовала упростить задачу. Связала носки из чистой шерсти, а вот эту пяточку отдельно из пряжи регия. Теперь пяточку можно распустить, если она сносится, и связать заново. Но я не думаю, что она сносится быстрее, чем через 2 года. И даже такой вариант носков с отдельно связанной пяткой мне не понравился. Потому что пятка снашивается вот таким вот клинышком. И я придумала самый простой выход из положения. Вот смотрите, до этого момента я вяжу обычной пряжей, шерстяной, самой теплой. Потом перехожу на носочную пряжу и провязываю еще 2 сантиметра по кругу. Классический состав носочной пряжи 70% шерсти и 30% полиамида. А теперь можно вязать пяточку обычным способом. Вот пяточка готова, дальше вяжем как обычно. Набираем петли по контуру на спице. И затем провязываем 2 сантиметра той же самой ниткой. Вот и все, супер пятка готова. Дальше я буду довязывать носок шерстяной ниткой. Носочек связан. Смотрите, как он получился. Заканчивала я его шерстяными ниточками. А вот эта часть вот связана из очень крепких ниток. Это были остатки немецкой пряжи регия. Края можно оформить жаккардом или связать здесь дополнительные полосочки. Тогда будет интересный дизайнерский носочек. Нажмите на колокольчик, и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!